Не думай о секундах свысока. Бля, И тогда поймешь. похавай рыбу, похавай рыбу, чтобы она не пропала, пожалуйста, угол. Угол. Сейчас попробую, может, прям. Угол, блядь. Да угол, блядь, угол проще. Угол стрит джорнал, ебать. Мне кажется, просто есть супругу, супругу роутер переключает, а там страдает. Барменталя еще вместо роги можно закинуть, чтобы он от тотема... А, там, это он вели. Но все равно три хила там надо будет на гнилом. А нам хотя бы этого убить, остальное похуй. Дайте... А, все, дали уже, заебись. Ну, саппорт надо еще... Угол, а, он угол. Угол, блядь. Угол косяк, блядь, будет. Короче, я, блядь, типа, нахуй, в обычке газлопатой обозвал. А у него там что-то ник начинается. Газ, нахуй, по-английски. И что-то дальше. Поезд какой-то, передос, нахуй. Я не стал читать, просто говорю, газ, лопата, нахуй. Ебать, все ржали, блядь. Такие тут, короче, моменты, наверное, у всех, то есть, там всегда Колян начинает тоже всех, ну, называть, а там пиздец, он статься можно, ну, на X2 играет. Во, взял угла обидел, он теперь вышел. Так он написал, что ему резолнуться надо. Причем этот газ лопата вайпал. Что ты сразу оправдываешься? Он потом по итогу ник сменил, нахуй. Ну, газ лопата? Да, блядь. Он у меня на ютубе есть, блядь. Ебать, блядь, уже 263-й вол бегает, охуеть. Зашел, блядь, недавно был 40-м каким-то. У тебя обмен начатый. Дай мне обмен, пожалуйста. Я тебе дам 100 проб. Я не снял. Короче, вкратце, ну, типа, силишь ход, видишь, то стандартно, только смотри, может пропнуть лужи на резон, надо будет социализировать и уйти в сторону, типа. И, короче, да и все, на шипах, когда шип тебя подбрасывает, ты скорее нажимаешь. Все остальное так же, ну, происходит, что в обычке. Что было? Чтоб тебя могли просилить. И во время вихря будет рандомный шип бросаться на игрока, то бишь, соответственно, сразу сливайте этот шип. Касаемо РДшников, касаемо РДшников, да, и будет иногда шип бросаться на сову, то бишь, соответственно, ебашьте по шипу сразу же. Если будете сливать совы шип, лужа пойдет пройдет. Все, чек на пул. Прямо, ну нет, не похуй. Все делайте, как делали в обычке. Да. И будет дополнительный шип во время вихря, все. И совы надо шип будет сливать, будет все. Тут эти БМ пул полетели, ну. А вот, смотри, чтоб тебя не убило там. Еру сразу, давай. Как вы нахуй сдохли, ебаня в ахуй просто. Ну все, падайте. Я не знаю, что сказать, блядь. Здесь... А чего вы умираете вот сейчас все? Нет, тебе ебаный. Давай посмотрим, лужа это была или костерец. Марсес и Барменталь. Холодное пламя. Три тика. Барменталь. А Барменталь подъебало зашел. Смотрите, блядь, ну, вы же берете босса в таргет, у вас там есть круг, блядь, на краешку, типа, круг, эффектив, следи, там, шаг вперед, и все. Не, знаешь, что кажется? Надо вообще на РНЖ этого босса бить. Не под ним, нахуй, а на РНЖ. РДД пускай шипы бьют. Ну, чтобы люди успевали отбегать от луж, блядь. Потому что, когда она под боссом, вот они стоят, то ложатся. Ну, это хуйня, может быть. Ну, хуй знает. Приветствую.
Береги себя. Вообще, смотрите, вот. Я еще раз метку вам поставлю, словно жанр. Вы стоите, смотрите, если заходите в центр, вас открывает клип. То бишь, вы должны, вот есть круг босса, фрейм такой, блядь, берете его тарит, есть кружок такой под ним, блядь, если вы его не выключили, соответственно. Вы, блядь, должны вот этого фрейма, там шаг максимум вперед делать, не больше, все. С левой стороны я, короче, ловлю лужи все, типа, все лужи ебашит сову. Если сова на шипе, лужи будут ебашить рейд. Соответственно, типа, вы видите, что пошел дымок через рейд. Такая сперва идет, блядь, дымка такая вот, блядь, зигзагом хуярит. А потом появляется лужа. Понимаете? Короче, значит, сейчас будет лужа, надо съебать. Я хуй его знаю, как проще еще объяснить. Вы же, блядь, в обычке были. Только у нас в обычке два человека стоят на рейдже, а тут один, все. И появляется дополнительный шип во время вихря. Я хуй его знаю. Сопроты тоже выпейте все. Что там без сопроточки? Я СПД шел. Массет под СПД. Угол мертвый. Где там Гро? Он что-то зайти не может, или я не могу понять, что у него там. А он, наверное, зашел, короче, во время боя и его дропнуло, как меня. Типа, когда еще босс не отвейдился, заходишь и, блядь, зависает, ловно. Или парик уже отыграл просто вот и сел. Ну... Да а, нет, он вроде бы, блядь, адекватный, хуйня не страдал. Где шучу, Андрей? Это шутка. Сейчас мы с Женьком повайпались, сейчас Барменталь еще разок вайпнется. Потом Уолу еще два трая, нахуй. Подъебало забежит. Следующий кричит, да просто не паникуйте, ну типа бейтесь и все, спокойно. Да. Процесс, обязательно бей, короче, это, под сопротом, либо хотя бы под доспехом ебаным этим. Чтобы тебя не за два тика убивало, а за, там, за три. Парень пожелал. Ну, блядь, понимаешь, хотя бы когда он два тика ловит, и успеет подсилить что, а когда три, ну, вернее, когда три тика убивает, и успеет подсилить, когда два, так его бы нихуя бы не спасил. Ну, вроде что-то сделал. Ну, а, уже ты... добрали? Да мы похуй еще что добрали, типа. Что, ты мы с пока просто правим, учимся. Ты с телефона раздал? Ну, я, блядь, что-то с моделом твоим покрутил. Голову я, блядь. Раз. Тащил ему, блядь. Так чё, Марселс, ставь телепорт и пойди пока в этот, отдохни. Не, я могу уйти, короче, можешь, ну, я только за это за трубой 100%. Да, я то же самое. В смысле, то же самое, блядь, ну чё? В плане чё? А вы не серьезно сегодня? Ну не... иди, тогда иди отдыхай. Пускай Саня смотрит сразу, учится сразу с нами вместе. Потом будет учить всех вас. Удачи. Спасибо, что подтвердил сразу, пришел. И в банку течет, я это, восстановим. Ставь шкаф. Пришел, видел, победил. Что бы вы, блядь, делали без моего позитива? Уже нахуй, блядь, друг другу хуям перекрыли бы и пошли бы нахуй персо удалять. Так, тогда сейчас. Блядь, лево, блядь, нихуя. Чё ж нихуя? Не лему я иду ролю. Все, ебашим. А может три сюда похилим, Андрей? ДПС Сашка пришел обратно, ДПС, это будет нормально. Давай в 5 ебанем. Два, да при чем тут три хила, когда, блядь, от другого вообще люди умирают? Так, ну, наоборот, пока люди будут умирать от другого, третий прохилит от третьего. От кривых третий хил не спасет. Прилетали Боб, да, спасибо, блядь. Можешь под морду зайти. Хилить там стоять.
Три танка, три хила, нахуй. Я в сове хилюсь тоже, не переживай. Веру там пришел. Там Рога тебя опять не убьет? Пистолет твоего, короче, это дуэлитят бывшие ебаные, как они называются. А кстати, ты, блядь, смотри, если далеко Фета ставит, то нормальная тема. Справа сдвиньтесь, шип на сове, шип на сове, шип на сове. Лучше через рейд может пойти. Вихрь сейчас будет, шип, 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 шип. Да, хилимся, живем. Ты? Как-то кучно, стойте, блядь, разбежались в разные стороны. Ну, стойте так, чтобы вас успели доставить сразу следующий. Типа, минимум хотя бы РДшники. О, скиля. Почему войти в шипашки? Ну, у нас перестановка была. Бля, плохая идея, без ДЦ бить плохая. Ну мы спекнули хипала, а Покал ушел, мы добрали место Покала хила. Вот, походу в 3 надо, чтоб такой дамаг прохилил. Дамага дохуя, чё-то ебать. Давай. Давай в 3. Давай, и... давай попробуем, хули. Попытка не пытка. Не-не-не, пусть будет шипы. Будет шипы, давай попробуй, я всё хила. Да надо. Блять, точно? Точно, точно, не надо. Давай, ну там подхиливаешь, там шипы стоишь. Короче, сверлишь, я тебя послушаю. Да, давай. Будет я щиток, делать. Если что, на помощь кину, типа я кидаю. Ну ладно, ты, Женя, так решил, короче, ну там. Да, Женек зарешал. Не, ну там действительно, ну, им тяжело, нахуй. Ну, учитывая, сколько люди дамага ловят. Вихрь еще бьет. И лужи, пока выбежишь с нее, блядь. Сейчас, а? Сейчас он будет наш, ребят, смотрите, сейчас, блядь, он, блядь, грохнется, нахуй. Я даже боюсь, пацаны, вот те, которые эти, Зандалары, мандалорцы, блядь, вы себе можете опек подключить на стамину. То грязь. Еще ключ, короче, за 9000 ОД нахуй купить, ебать. Ой, блядь. А я, кстати, могу эту хуйню одеть. Тинтер с босса, с огородника на стамину, блядь. У меня тоже есть, кстати, эта хуйня. В банке где-то лежит, надо апать ее, блядь. Ага, неохота. Ну, логично, херня. Мне челики, знаешь, я за 15к купил, мне челики такие говорят на регорде, блять, говорит, Золован выпадет, она тебе пригодится, ебать, в Золоване, нахуй. Золован вышел, блядь, пронесли за 30 минут, нахуй. Мне кажется, это никто чисто ПВПшная. Да, короче, развели меня, нахуй. Ну да, раньше, блядь, типа, зломан без стамины, типа, вообще не проходился никак. ДЦ, стамина, все, ну. Типа, 27к нету, блядь, и умрёшь 100%. Я, короче, не знаю, как, кто бьет шипы, кто нет, но что-то мне кажется, или ХП у них дохуя, или кто-то не бьет. Сейчас буду смотреть следующий край, короче. Знаешь, Андрюх, мне кажется, эта тринка пригодится, когда будет ульда и ХМ на этом, на рукоблудном боссе. Да. Когда будет туда хэм, мы уже будем их платить уже. А сам сам русифицирует. Ну я просто подъебываю. Кто на Ассэшн, кто на Легион пойдет, тот на X8, блядь. X8, X6. Почему танки бегут сбоку? Что за херня? В чем прикол это вообще нового? Ебало, тебя не разбили костерезом. Так вот, на чем Михалыч, понятно. А он не разобьет? Он его не сразу юзать начинает.
Не ебу, сюда так уляли в хэме. Что это такое было? Войт. Порвали. Лужа, тут где-то классно. Это агро сорвали. Офигеть. Куда, а чё ты умер? Bone Storm cast. Пацаны меня зажали нахуй, я серьёзно. Ты? Вы видели, что с ним было? Шип кидал, то и было. Не, с ребром. Но он шип кидал посреди комнаты, а потом дальше ко мне полетел. Под бокс от шип? По шипу вроде, да? Bone Spike Cast. Это друид, когда тебе это в шип кидает, нажимай скип, отвоз к тебе хилить тебя на шипе. На шипе. На шипе, блядь. Bone Spike Cast. Дай массаж, Жень. Я на том давал. Кстати, он лужу разбил. Bone Spike Cast. Побосса быстрее играть. Bone Spike Cast. Лужа, сами лужа. На этот вихрь там все. Bone Spike Cast. Тут на сове, чтоб на сове может пойти лучше через Мелизон. Мелизон лужа. РД по сове. Близона лужа вторая. Ты не по луже бегаешь. Близона. Ближе под босса, его правим. Таня, его правим, ты лужу выполнишь. Близона, ты? Вихрь 2 секунды готовит, силится, живем. Ну, бля, ща я вот это все сделал красиво. Шип, приготовьтесь. Шип в центре. Побежал с ним. Собираем хилиться нахуй. На ману даю. Bone Spike Cast. Слышь, под босса. Шип или зону. Приведите немножко. Нормально, ебать. Я тут пробовали что-то. Вас тут трое тоже. Сюда это скоро танки пойдет, все красиво. Или сама пропала, была бы охуенно. Bone Spike Cast. Ой-ой-ой, все зажимаю, как-то не приел. Кто все силы видит, побежал мы. Bone Spike Cast. Тебя будут видеть, я то есть.
повел этот ребро до сюда, ну. Да, ну тут все, побежал. Шип. Славу. Выбор, нажмем справа. Блин, ну и простил Свена. Дай Бэр по Свену быстрее, Бэр. Дай Бэр по Свену, угол. Воу. Быстрее, быстрее, быстрее. Лужи не стой. Все, хорош. Видимся, живем. Уже был. Друиду. Ой, тут шаман, дайте ману. Дал шаману ману, а не дам, не дам. Нет выбора. Угол дай по имя по ману. Мишка на вихре дашь, Мишка на вихре. Даст тебе Эйнер. Барменталь, помогай подхиливать. Во-во, а то он сова хилит. Как я в хапале. А, все, я понял. Ну, что ж, ладно. Ебан. Тотем подарил, не надо давать. Будем видеть, пережить и все пустынь. Шип-шип. Блять, выжили совен ебаный. Стирю, стирю. Шип. Смотри, сестра, сейчас босс отойдет чуть-чуть. Бля, не шиплю, ебаный урод. Ну бейте, ебать. Подби его, блядь. Так, лужи сейчас перенесут, вот он и пойдет. Просил? Заковыряли, так сказать. Изи вообще просто, боже, говно нахуй. Изи, да. Изи, блядь. Изи, да. А хуя, блядь. Ну, смотри, лужа, да. Сдохну, смотри. Лол, блядь. Изи, сгон, блядь. Изи, да. Шип сейчас сдохнет. Босс даже сдох на свайпает, нахуй, после убийства, да? Как в Dark Souls. А что хуйни, блядь? Лол, нахуй. Ща, бегу, бегу. Блядь, замажьте шип, алё, нахуй. Бегу, бегу. Он уклоняется? Шип уклоняется. Ой, прыгни лучше здесь, в эту цешку. Ой, прыгну сейчас. Сколько тут хилов, блядь? Четыре? Не говорите два, нахуй, только. Не говорите, нахуй, два. Я думаю, надо идти так же, как сейчас шли. Мы все убьем. Давай, давай, прыгай, Вилем. Словом, похили. А мы тут сейчас не захлебнемся в это, короче, в мобах? Не. Ну если будете их бить, да? Ну бля, паладин, ну пиздец. Ебать. Я один таунт, чё я тебя пацан дёргать его буду? Короче, мне сейчас нужна еда нахуй, дай столик. Ай, бой, не надо дёргать. Ну конечно, миликом же не надо, покурить заебись стоять. Нет. О. Так они могут бить, там нет помощника. Это не в 25-ке, что тут только два моба этих. О, вот говорят. Это дело прям. Мятный чай с медом, ща я въебу. Вот самый правый. Череп можешь забрать. Вот этого надо РДшником бить. А там в той пачке не было этого моба. Звездочка и череп, вот этих мобов забираем. Всё, мы ребро убили, знаешь, игру прошли нахуй. Угу. Говорю, сейчас верхность, блядь, и убьем. Ну, видно сразу, где вот люди хилят, а где не хилят. По-любому, блядь. Я там тебя еще спасал, ты говоришь, прохил, прохил, я тебе щиток кидал. Да здесь я рыбу, наверное, так же заберу. От таких мелочей зависит вся игра, блядь. Стоит курица, куда его забирать. Чё мы разбой с друидом?
Асмар, ты как хомяк. Хомяк испуганный. Мне кажется, всерьёзно этот рейд хуй пройдем, нах. Короче, давайте либо играем нормально, либо господинки. То, что мы играем нормально, опять что-то вылезет. Какого хуя еще стоит череп, блять, и не забрал его танк второй? Так он боится, где его подойти. Может, потому что ты фузит, блять, их постоянно или что? Саш, если у тебя хуёвое настроение, то как бы здесь никто не виноват. Ты же даже сказать нихера не даешь вместе с Войдом на пару. Я вообще чё, я ничего. Чё Войд молчал, чё к нему прицепился? Да. Я сижу, думаю, чё вы, блядь, ставите такое, что вы, блядь, упростите ситуацию, нихуя там в голову не приходит. Да тут хуй чё вставишь. Не упростишь. Просто, по сути, это десятка, ну, понт корявый. Ну, грубо говоря, чтоб вкратце, блядь. Который ты сдыхал от... По трепеты? От льда, блядь. Да. Понт. Ну, конечно, потому что тут и шмот никому не нужен. Я не знаю, максимум, что только лича интересно побить. Не, вот тут, короче, я с собой не соглашусь. Сюда вот тринкеты, тут а вот можно взять. Спокойно. Ну, тринкет, да, первый, второй и третий босс, да, нормально. Так, я же изначально предложил вот сами, типа, вот как пойдем, чтобы если прям где-то застрянем, чтобы не доскрыться. Вот за этим там убьем максимум только по-быстрому. Ну мы в Tomorrow Sunday застряли на Синдре, блядь, и все нахуй. И не допронесли никак. Хотя лича я хочу побить. Я здесь десятка, я никуда не помню. Ну, освобожденка хлопает по всем. На личе комната есть, где все засасывают. А так ничего особенного. Десятка есть комната, типа, если да, все. Да, да, да. Это самое кайфовое десятки в этом рейде. Сложнее 25 в какой-то степени. Ничего там пиздец урон залетает. Сюда жестких нужно. Вообще жестких. Мне так понравилось, как мы с Колей, бля, проходили десятку на ачивке проходили, блядь, с колямбой. Это дэд фласк или саппорта пьем? Саппорт. Оставайся под саппортом вот. У меня просто кончился, поэтому здесь. У меня есть сапрот? Да, я брал зерно сапрот, Андрей, я тебе отдам. Это использовать. Кому еще нужен сапрот, ребят? Кому еще нужен сапрот? Короче. Здесь будут выходить мобы и на второй фазе, поэтому мобы всегда приоритетом. Также сливаете свои сейвы, которые врага кош обязательно сливает. Вот, у нас бицепники, да. Саваджи на Старфолл слить обязательно. Паладины бабы сливают. Танка нет, к танку не относится. Мобы выходят и на второй фазе, поэтому мобы приоритетом. Также духи здесь взрываются в ОЕ, поэтому кого идет дух, сразу же убегает. Обязательно. Служб уже тоже не стоим. Под лицо к мобам с топорами не подходим. Когда контроль, а уед включаем. Милики, когда контроль, тоже немножко от босса отбегайте, чтобы вас не убили какие-нибудь калечки. Ну все. Босс простой. Танки меняйте. Давайте пробовать. Спрашиваешь приоритет всегда. Сейчас массу перемажут. Ты это про каплю сказал, про длань жертвенности? Длань жертвенности паладины надо слить на кого-то, на любого в рейде, в любое время. Потому что когда вас возьмет контроль, она автоматом повешается на босса, а по боссу идет дамаг, и вы сдохнете.
Ты уверен, что это сейчас работает? У нас никогда такого не было. Всегда работает. Вообще, сколько ходил в 60-ку хм, такого попробуем. Никогда не было. На каком серве ты ходил? Абсолютно. На этом. Ну, так... На X2, на X3. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашим... Еще моб с лестницы спускаться будет. РДшники пущены, не стойте. С лестницы он будет на второй фазе идти. Да, мы про это и говорим. Выбегайте сразу. Ну, милики, отбегайте. Это больно, блядь. Барменталя, контроль. Уже сразу выбегай в арменталь тоже. Сейчас будет с другой стороны моб. Меняюсь. Не стойте текущий РПДшник. Контроль через 9 секунд. У Ешки смотрите, рог и кошек взять смысл. И рейндж держите, стоите рядом. Места хватает РПДшник. Воу, за контроль, Андрей. Смотрите, там взрывающиеся милики, аккуратно. Бейте, да. Милики можете босса убить. Помощник слева. Сыграли все. Через 8 секунд контроль, смотрите аккуратно. Скучно, не стойте, вон втроем стоите, Женя, Андрей и Гран. Ваш втроем уже. Барменталь снова. Не убейте его, Андрей, по контролю. Смотрите, появился большой. Плавающий. Не отводи его в ПК, блять, можешь... А я от Барменталя отвел. А, ну не смогу. Смотрите, когда контроль милик, я сказал, отбегайте. Как минимум, вот он, по факту, не успеваем. Видно, когда барменталя в контроль берет, обхиливает. Контроль через 4 секунды. Милики, чуть отбегите. Особенно барменталь. Ты не в силах. Скибиди. Там, сука, деда не было. Ладно, да. Опять начались войны. Ну да. Я думаю, это хуйня, что Брайан на стоп сидел на боссе, а мы где-то трэш, потому что, типа, ну, там 5 миллионов, блядь, он потом перевел по боссу нам. Да, давай, да. Выйду по контролю. Нажми масштаб, Женя, покать. Гран, не играй по трэшу, играешь все время по боссу. Мабы скоро вы, барменталь к мобам сразу не подбегай. Не подбегай, блин. Войда опять по контролям. Хил. Гран, оставайся, бить. Я Войда, блядь, эти хуяры, как я запал. Смотрите, с мобы выйдут, не переведите с мобами.
Да, Гран, сейчас идешь с нами бить мобов. Бить мобов, не бьешь босса больше. Стоп, Гран. О, босс. Добили мобов. Гран, я понял, что Фолз здесь спалит, нахуй, что я говорю. Джанка, законтролить. Дал пец. Гран, иди потихоньку уже бить босса. Лучше, а тут, ну, типа, тут же на второй фазе только один моб выходит со ступенек, правильно? Да, да. Да, да, да. Да. Переводим босса. Лови первый вакатель. Выводи его босса в центр. Лузу выбери. Женя, как катится, Гера отдаст. Видите, сейчас за духами внимательно. Вышел моб, моба, моба, моба. Поганку БР. Андрей, отдай. Блять. Блять, я дал поганку. Трансформер дай по Вову. Духи, духи следите, дух. Ведет на Войда или на Джанка. Джанка контрол. Идет в мини-зону. Идет на Скибиди, Женя. Да, выставьте по меточку, не стало себе это. Я лучше эти метки веду. Иди, моб опять в скибиди. И моб вышел. Моб. Моба забери, танк второй. Приморозил. Моба справится. Да. Идет в сову. Спирит. Опять либо в сову, либо в друида Уова. Уфолога пока, блять, не смогу, наверное. По контролю Уолу. Не, нормально, дает. Не, не дается хет. Старфоу чего не слил, Андрей. Да, может, он от КДшился, Саша? Я все сливаю по КД. Вышел моб, ладно, пойдите. Смотри, не давай просто так старфову. Видок, не следи, он. Или он откатился возле этого. Он откатился сейчас 2 секунды, он в контроле. Блять. Короче, Вол, будь на постраховке, а то мы под саппортами, у меня 2 раза мисс прошел. Тут саппорты все снимаются автоматом ДБМ. Ну вон, у тебя саппорт выпит. 75 саппорт. А, ну банк это хуйня, ну чё, 2 раза кастуешь. Ну, так 2 раза прошло, не прошло, как раз, из-за этого. Слабый получается, пенектору ставится. Ну да, да. Ювелирные камни, око дракона нахуй, да? В посох, блядь. Прикинь, легендарный посох с пенетрой. Мир. Сейчас на скачать хотят отвести нету. На картоты порезать. Ну, может, кажется, эта идея ему хотят отвести для качества. Вообще-то, давай сделаем вот так. Вот. Это что-то под более хэмом. Тут от босса танчи, короче, вот босса. Тут вот мог выходить, сразу будешь моба забирать, и босса танчи, ну, типа на второй фазе. А РДД вот, блядь, по медвежках условно-то стоят и видят духа и все остальное. Этот и Вол готовься, если что, контролить им холодно, если он его законтролит, а так он всегда будет контролить. Да почти убили, чё вы там? Нормально. И ребят, помогайте мне, надо просто. Давай, короче, это после первого трэша Геру сдадим, нахуй, сразу босса. Согласен. Да, да, да. Все равно Женя отдает его. Гран, оставайся на боссе. Я бы даже сказал бы до первого контроля ее дадим. А вот это не согласен. Будет раньше. Если Женя возьмет контроль, он да просто на себя Геру отдаст. Вот и все. Так что вот, Женя, готовься отдавать Геру. Отдавай. Джанка, ты контроль. Если бы Женя взял, он автоматически герой. Ну, без героя будет.
очень кучно. Воу, уфолог, джанг стоят, скрибит. И вы могут подвигаться. Ну, отлично. Выбежим. Мощный. Мужикам в юбках вначале играем. Контроль разума через 8 секунд. Барменталь на 3 секундах. Можешь уже отбегать. Бейте, бейте, бейте. Бирана, законтрольте, он лично босс. Ну, серия. Отбежи с барменталь. Бля, моба будет бить или нет, пацаны? Я поэтому говорю про Бирана, нахуй его на босса ставить, он трэш не успевает убить. Да не, мы просто, блядь, хавишь, а при чём там Бирана? Моба бьет. Контроль через 4 секунды, барментальный тиран. Моб идет на уфолога. Уфолога по контролю, воу. Опять. Я успел слить. Я успел слить. Успел слить, дерьмо. Слить, но. Будем делать все красиво. Иногда. Без стрелян даже мобу убить не можешь. Через 7 секунд контроль. Ты не в силу. Андрей. Да, да. Алло, хил будет вообще? Тикнул каст мод. Бары, тоже. Ну, меня несколько секунд не хилили. Я говорю, каст моб кикнул. Да, это трансформер, бары, мало. Я КД 4 мод. КД только у Лола нет. А, ну ничего. О. Сейчас после стрелы тьмы прокильте. Там станину бахнуты и это. Скибиди. Скибиди. На пол стили. Просто в следующей пачке будем переводить. Так, до 5% стопнули по боссу. Все Эберант, все стопнули, никто больше не убил. Стопнули. Никаких дот. Ничего не убил. И Андрюха, смотри, страховал. Питомец, а там он ману резает. Вот ищи бьет. Да почему нельзя продлить нахуй? Почему надо именно новый каст продлить? Вот пиздец. Женя, ну, смотри, аккуратно. Ты еще, ты могу бить, хорошо, что тебе дорогу. КД моб вешает, сука, на скиллы. Все. Все, 2% давайте переводим. Выглядите как из лоб. Ну, я прожался. Моб вышел из этого. Из лестницы. Каз сбил. Моба таунт, таунт полный. Види таунт, моб, пожалуйста, тут убьет нахуй терпимо. Дух идет за Скибиди или Вака... Джанком, Джанком. Spirits. Дух в мили на определенно идет. Spirits. Дух. Идет в милизону Барменталь. Каст. Женя, на тебе касты. Контроль через 10 секунд. Посливайте всю хуйку. Бабу их хуябу. Можете мастер-сейф отдать. Моб вышел. Моб вы. Джанка по контролю, Андрей. Убили моба. Дух идет в определенно. Пацанки привыкли. Ну, контрольте, блять, алло. Кто?
Он по мне ебасит, моб. Потому что я гроз сорвал и все. Ну его бить надо физуроном, да? Или чем? Ну, либо уешь, либо физуроном, печенька была, мол. На тебя идет этот. Дух. Ой, это контроль. Моб. Моб быстрее убивать, пока он чуть не повесится. Станы есть, закидывайте станы, Рогов. БКД начинаешь со станы. Пожалуйста, это. Паникуй, дай, пожалуйста, БР по гампу. Кто? У меня только откатился. Спирит. Дух не зона, дух не зона. БР туда еще. Танком дам. Сейчас танчить будут или другой? Контроль сову. Сейчас старпол будет сову. Продли обязательно, продли, потому что старпол уже не стреляет. Сил, Рейда. Женю, что тебе просил? Дух идет. Мелизона дух. Контроль. Жан, в тебя же идет дух. Бьем. Убираем. Контроль. Не без ОУЕ, не убейте его. Уже можете. Молд, моба, там дайте. Танки, хуянки. Сейчас. Я еблан, это я еблан. Зато ничего не понятно. Тебя еще, в тебя дух там еще. Да, это уже не меня. Раз. Дух, трусы, дух. Он на меня летел. Ганк, он летел, ганк вас был. Не словил. Контроль. Воу, на тебя идет. Не поднялся. Поднял. Победи идет. Моба стан. Я Лолу продлю. Моба убиваем. Дух. Центр комнаты. Дух идет. Течение коронгу. Спирит. Мелика. Друиды. На, сука, там. Мой последний удар. Бах, нахуй, видал, блядь. Пистолет. О, череп, ебать. Только не пара. Тапки, смотри, хорошие. Да, тапки хорошие. Берите череп, кому надо. О, тапочки это да, тапочки это сюда. Ну, вообще нормально. А у тебя какие? А у меня с меткостью скороженных, блядь. Давай, ну конечно, там есть, одни тапки, короче, понял, с Толгородской тюрьмы, 271 и 200 СПД там, понял? Жесткий. 225 даже СПД там. Влад, заходи. Блять, а где тапки, нахуй, чё? Ну, скибите. Пришел скотина, чё нахуй? Негодяй, да? У тебя ж столько растапили тапки, дай тапочки. Поехали, нет? Там было больше. Так они же лучше. 4 там левела, блядь, ты что? Ой-ой, блядь, началось, я по 4 левела. Фиона, вот и закончилось. Там Саня, ты чё, твой моб взъебал всю пачку, чтоб ты знал. Я потому что говорю, блядь, давайте ебанем этих мобов, блядь, попросил, блядь, ну, влагаю еще немного.
А вы все равно побежали. Ну, блядь, потому что фудите по КД. По КД ничего не слышно. Ну, фудите, да. Ну, блядь, так, ну ты прав. Мы просто разговариваем после босса. Причем их фудим. Ну, ты уже начинаешь приебать. Ну, сейчас посмотрим. Пойдем, сейчас убьем. Да, я без этого. Делов-то тут, так, угол. Угол ебашит, ты видел, как он не знаю, он мне уже взломан нравится, блядь. Там, где друиды не сидят, он сидит, нахуй. А я не верил, блядь. Смотри, зрение от вол, блядь. Себе и башен. Блять, я не знаю, бимобов не играют, там типа сильно ты шо нахуй? Их просто уешить надо, там челики вон АФК стоят. Бля, не зря пришел вообще. Погоди, будут хуярить. Первый будет кап косты. Наконец-то нахуй. А вот эти не загрены, его загрены они? Да нахуй. Да, да, да. Их бить 10 секунд. Да, я ж типа не возмущаюсь, чтоб их не бить, я спросил. Не, и тех, и этих. Вообще не знаю. Че их постоянно обойти пытаются? Ну, Рина. Да наоборот, убить быстрее. Чем... И когда если все пробежали, то не быстрее. Женя, Женя, ты не подумай, я тебе спасибо говорю, что ты... Да. Скотина грязная, спекайся в хила теперь. Давай этот, Женя Вакатин нахуй, первый для Миха на том. Смотри, я перед твоей колени преклоняюсь, смотри, где ты там. Оп! Че, я тоже. Я потом Т5 подожду, там выйдет, скажу, Андрей, ну подай ко мне. Не, ну если он тебя просить не будет, конечно, ты его получишь, почему нет? Лапку дайте, пожалуйста. И МП5 по лопу, если можно. Ну, помогу уже закинем. Бираны там формы. Смотри, как член бухает на колени, хоп. Запусти босса, Андрюх. Кто летает из танков? А, ты летаешь, и остаешься там. Ребята, только запомните, и короче, поймите, тут вот эти кружки, которые ракеты хуярят, они отталкивают, они, соответственно, могут вас бросить с корабля. То бишь, видите круг, выходите с него. Биран Барменталь, сядете в этого, в пушки. Потом Женя, Кибеди, сядешь ты в пушку, а Барменталь пойдешь на нашем корабле трэш-чист. Вместе с этим, с Вакати. А Биран, ты в пушке всегда. Ты всегда в пушке. Ну, просто до первого трэша лучше пусть СРДС не бьет мобов. 5, 4, 3, 2, 1. Да, и обязательно отбегайте, как Андрей ты сказал, вот эти фильтры. Вон, Джанг, беги. Мишка.
включи его. У нас такие силы, дроидный блок, точнее, на 300. Давай, улетайте нахуй, пиздую. Ну, я не буду рисковать. Улетайте. Блядь, и... подожди, на... Стой, ты чё, куда улетаешь? Так стаки накопятся, его мы не прохилим. Да не блядь, мы сейчас не разбили, блядь, этих мобов дальних, сука. Нахуй, да и похуй на этих мобов. Пушки в них стрелять должны. Во-первых, не кричите, блядь. Дай БР, пожалуйста, да, типа, сами прав, надо это... Убивать мобов, типа, чередовать как минимум. Дай БР угол по острове, я рядышком не вижу. Они, блядь, пушки будут тысячу лет эту хуйню убивать. Ну, спасибо. Уже вон эти штаков набрали бы. Все, надо разъебать, короче, все. Геру дай, сжигаем. Геру дай. Из рубочка закинь, дай другу подруги. Не, Барвинталь, то не бей, кто не надо. Вон, теперь мне бы стрелков расхуярим. Портируйте, пока вертите прям полностью неделю. Все, прыгайте обратно. Медведь, прыгай обратно. Хорош. Все. РДД добивает и прыгнет. Ты еще на крайняк тоже можешь подойти к краю корабля и нажать массакру на следующий раз тоже самое. Будете кричать, я буду кричать на вас. Прыгай, не извиняюсь, что не подвигнул, что не привык к своему трансформеру. Сейчас убиваем, короче, мага и убиваем дальних, и прыгаем обратно. Побегай туда-сюда, не могу тебя хилить. Ну, попал. Мишка, перелетишь, дашь там БР, перелетай. Все, прыгаем обратно. Хорошо, нашим правде, давай. Пока сяду, пусто. Дай БР по Бирану. Спокойно бьём. Следующий мобл, короче, чисто убиваем этого, как называется, мага и все. Чисто мага сейчас убиваем. Дальних не трогаем, убиваем мага, прыгаем обратно, РД играет по стрелковому кинлику и играет по нашему трэш на корабле. Все, обратно. РДД по ближайшим мобам, короче. Не бей, прыгай обратно. Америка нас на корабле-то подбивает. На следующий раз убиваем мага и дальних мобов. Правого моба надо убить, он за запахом. Бумагу убираем. И сейчас убиваем дальних. Убиваем дальних мобов, прыгаем обратно. Все, прыгнули обратно. РДД побрит. Мага. Дальних не убиваем. Чисто мага, прыгаем обратно. Все, прыгаем обратно. Надо правых мобов убить, которые там рядом с медведем. Он не удапает. Надо где-то. Ну и без маны нахуй не понял.
Кому залить, пока я не перелетел? Полфола высоки. Да я тебе не нардал, не надо, не надо. Сейчас убиваем, короче, мага и дальних могу. Все равно некому закидывать. Волк, манг. Я прыгаем, короче, убиваем мага. Да, ну, короче, поняли. Мага и дальних могу. Медаль, если есть массейф, может, надо прыгать. И сразу прыгаем обратно. Дружинники, огонь! Где по ближайшему? Левый самый наскапывался уже нормально. Мага можно и обратно. Как ты смеешь вступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Все обратно. Все, теперь все подходим к сундуку и ждем старинного этого с другого нахуй. А че это? А, ну раз вы такие тоже, я на файер буду, ебать. Это надо было писать на хедеры. А мне ничего не надо здесь на проста. Ну, всё. Какие вы сегодня кислые. Я не знаю, я Макс.